Друзья, всем привет! Удивительное событие! Мы сегодня отправляем щенка и делаем это с нашей любимой Яной, а не Саней. У Ани сейчас небольшие выходные, поэтому мы сегодня сами его отправим и отвезем. Вот, это уезжает у нас сегодня замечательный парень от Бьянки и Вельвета. Мальчик голубоглазик. Давайте посмотрим в его глаза. Осталось ли что-нибудь? Голубые. Видно, что да. Голубые. Наверное, останутся голубые. Ну, повезло человеку. Кому-то повезло. Кому-то жутко повезло. Були с голубыми глазами. Я думаю, в России их на пальцах одной руки можно сосчитать. Но точно их очень мало. Моем парня, и он уезжает в новый дом. В Москву, да, я? В Москву, да. Отлично. Я расскажи про него. Он такой необычный, в принципе. Ты что в нем рассказываешь? Ну, красивый. Красивый. Он такой более, скорее всего, стандартиком будет, да? Ну, он крупный, но не знаю, будет он стандартом или нет. Ну, да. Потяпал. Ну, интересно, каким он будет, потому что он такой, да, выделяется. Ну, у него окрас, глаза, это, конечно, вообще основное. Ну, темперамент прикольный, он и грунт, да? Он общительный, да. Он общительный, он все время настроен на повеселиться. Активненький, общительный. Да, парень прикольный. Да? Так что, надеюсь, там у него будет... Я бы хотел, чтобы у него хозяин, не знаешь, мужчина, женщина? Там семья, двое детей. А, ну, мне кажется, да, будет с кем поиграть. И чтобы мужчина с ним занимался. В общем, ему надо, мне кажется, обязательно объяснить, что можно, что нельзя. Он такой прям очень активный, веселый. Поэтому надо таких обязательно воспитывать, правильно? Всех надо воспитывать, без исключения. Вот, пришла Яна, и смотрите, как с Яной всегда интересно. Как всегда, как всегда Гоша что-то неправильно говорит, и наш профессионал поправляет. Смотри, его глаза нас укусил. Да, давай покажи. Ничего страшного, заживет, но царапинка, видно, свежая. А, прям по центру. Прям свежая, видишь? Ну да, ну заживет. Значит, плохо себя вел. Значит, кто-то там кусался друг с другом. Вот, да? Приедешь домой, а у тебя нос. Да, вон на щеке еще, вот. Раз, чтобы хозяин видел. Ну, то да. Спрашивать будет. Вот еще коцка, это подрались. Ну, это все на ней заживает, как на... Ничего страшного, все заживает. Ничего, да. Это даже не серьезно. Щенячьи царапины, это почти у каждого щенка есть. Как давно мы с Яной не отправляли щенков? Мне кажется, Ян, мы с тобой вместе уже целую вечность не отправляли щенков. Мне кажется, я с Аней уже 3 года отправляю. 4. Так, спокойно. Ждем воду. Все, тепленькая водичка, давай начнем мочить лапки. И мы до сих пор не купили лейку правильную. Да, до сих пор ты писалкой моете. Может, я заеду в магазин и куплю леечку. Ну что, каким ароматом тебя моем? Клубничным или банановым? Ты кем будешь у нас, клубничкой или бананчиком? Давай сделаем тебя клубничкой. Я люблю клубничку. Ну что, используется у нас не шампунь? Уже везде по половинке, я смотрю. А что, скажи, не использовать-то? Да, спасибо большое производителю Эрсентейл. Пахнет вкусно. Классные шампуни. Самое интересное, кто-то посмотрел видео и сказал, а вы знаете, а мы этим шампунем и так уже давно пользуемся, да. И нам нравится. Да. Ну, видишь, как то хорошо. То есть, даже видишь, то есть это не, какая-то, не какой-то новый бренд, а они реально делают хорошие товары. Они обещали, что они будут развиваться, что у них новые какие-то линейки будут появляться. Так что очень ждем, надеемся. Это типа был намек? Ну, я общалась же с человеком, да, кто этим всем занимается. Хорошо. Вот, и он сказал, что будут новые линейки, что будут направления профессиональных шампуней. Вот, так что ждем. Ну, а я от себя добавлю, что мы готовы принять. Вот здесь у нас полочка большая. Пусть стоит, украшает. Очень удобно. И щенки уезжают. Зачем ты лижешь шампунь? Скажи мне, пожалуйста. Он такой скажет, он еще и вкусный. Он пахнет вкусно, но он на вкус-то не вкусный. А вот ты попробуй, ты не знаешь, может, они такие же вкусные. Новый тренд. Съедобные шампуни. Да, вы можете мыть щенка и вместе с щенком лакомиться с вкусными сладостями банановыми. Ну зачем ты это делаешь, а? Ну ты у меня первый щенок, кто ест шампунь. Ой. Сама не ожидала. Облизывает реально. Ну куда ты пошел? Не уходи. И меня полизать заодно надо, да? Да, общительный очень. Всех полизать надо. Скажи, залежу всех до смерти. Кошки в порядке? Да, оба на месте. Никто не потерялся. Ну все. Ну все. Красавчик. Готов к отправке? Да.
осталось вытереть. Ты, Ян, к нам почаще приходи. В классическом составе нам очень нравится отправлять щенков. А ты забудешь, как там щенков? Скажи, у меня там целая куча чихуахуа. Не забуду, не переживай. Стой. О, на ручке. Ну что, голубоглазый блондин, мы тебе желаем счастья. Все на вкус пробуют, и полотенце полизать надо. Давай тогда едь в новый дом, пусть там у тебя все будет замечательно, пусть тебя любят, и ты точно всех будешь любить. Давай, пока-пока, и ждем фото из нового дома. Махаем ручками. Пока-пока, дружок. Пока. Пока, питомник собак. Еду в Москву, всех буду там удивлять. Дамы и господа, всем привет! У нас сегодня очередная отправка щенков с двух пометов. И вот первый уезжает, Аня, рассказывай. Краснодар, это мальчик 3. Он едет в Краснодар, ему близко ехать. Совсем недалеко. Скоро будет дома уже. Какой он классненький, какая голова классная. Блин, привет, друг! Давай мыться. Очень красивый у него глазик, подпал такой легкий-легкий, желтый, да. Самый минимальный желтый, какой только может быть. И хорошо так смотрится на нем. И лиловый такой же, бледненький, бледно-лилово-желтый, но при этом яркий. Красавчик. А у него окрас как у мамы, да, можно сказать? Мама, ну, тоже, да, примерно столько же белого, столько же лилового. Да, у мамы полностью белая голова. Да, как у мерзлая мама. Да-да, ко мне. Ну вот, друзья, самое приятное, конечно, в том, что этот парень уже сегодня днем будет в Краснодаре у своих хозяев, ну или вечером, как минимум, скорее всего, сейчас, может, чуть медленнее через мост проезжают машины. Вот, поэтому очень классно. Ладненько, все, дружок, давай, надо брать следующего. Ждем от тебя фото и видео из нового дома. Да, мы тоже рады. Мы тоже рады, да. Пусть. Так, друзья, ну что, ребята, эскимошка, в принципе, ну, вы все смотрели, как он растет, какой он необычный, всегда обращали внимание на пропорции его головы к телу, что он такой вот огромная-огромная-огромная голова, короткие-короткие лапы, короткое-короткое туловище, и в итоге, посмотрите, вот такой замечательный, трогательный мальчик с очень нежными глазами, очень любящий все время хозяина, все время тянущийся к Ане. Помнишь, Аня, мы его снимали, как он тебя любил, тут бегал? Самый любвеобильный щенулька. Это Аня, любимый щенок в памяти, да? Да, моя любовь, да. Которая уевает сегодня. Ладно, что поделать. Ну, давай купаться. Зато кому-то повезло. Он сказал, он такой, я не купаться хочу, мам, давай на ручки. Ну что значит на ручки? Ну прям смотри, так трогательно в глазки тебе заглядывают. Да, он вообще не обращает внимания на воду, а такой, ну на ручки, да, возьмите. Да, 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 посмотрите, ему вообще, пожалуйста, он не от воды убегает, да. Точно, точно, он именно к тебе тянется. Меня увидел. Да, же может, ты меня больше любить тогда, раз мама меня сегодня игнорирует. Thank you.
Нравится им. Нравится? Конечно, да. Прочухал, что это приятно, когда тебя гладят. Всем это нравится, когда тебя так гладят. Массаж, скажи. Да? Ой, такой маленький, ты его так хоп и переставила. Так хоп, и статуэточка стоит уже в другом месте. Вот уже хочется мыть и мыть. Да, ну все, ладно, тогда давай. У нас 6 с тобой, 20 минут. Можем, да, 20 можем минут помыть. Ну, вот что. Статуэточка, точно. Красавчик, головастик. Интересно, какая у него будет кличка. Я думаю, что эскимо собаку не назову. Слишком длинно и неудобно, а нам красиво. Потому что он у нас мороженка. Да. Потому что он такой хороший, как летом эскимо. Угу. Ну, а теперь будет эскимо прям как настоящее в этом упаковочке. Ну все, друг, очень не хочется с тобой расставаться, честно говоря. Всегда приятно было приходить сюда и за тобой наблюдать, как ты растешь. Ну теперь это будут делать твои хозяева и радоваться тебе. Мы тебя очень сильно любим. Целуем тебя в носик, да, Аня? Да, целуем в носик, да. Моя сладенькая. Целовательный щенок. Да. Уверен, что получит всю любовь своих хозяев. Вот, да, он сказал. Все, тогда давай едь в Москву. Мы да? тебе желаем счастья и говорим пока-пока нашим зрителям. Пока всем. Пока, дорогие Все. Друзья. Все, ждем от тебя фото и видео из нового дома. Друзья, всем привет! Хотим вам показать нашу новую покупку. Она очень простая и очень дешевая, но думаем, что очень нам пригодится. Нифига себе дешевая. Ну, 800 рублей за ведро, мне кажется, нормально. Ну, их 3 штуки. Короче, друзья, смотрите, вот такие большие ведра. Вот. Ян, покажи, открой какое-нибудь одно. Ну, мне до них не докопаться, они еще не распечатаны. Из доставки, да. Вот такие большие, просторные ведра. И смысл их в чем? В том, что у нас сейчас все хранится в пакетах, и нам это не нравится, да, Ян? Ну, да. Ну, мы имеем, речь идет, конечно, о сухих кормах. Это я что-то другое. А что это такое тут? Это я что-то заказал. Короче говоря, сейчас попробуем пересыпать сухой корм, Royal Canin. У нас будет 3 таких горшочка, 3 таких бака, господи, бака. Баки. Я уже как только не назвал, ведерышком и горшочком. Но оказывается, Яна говорит, что это баки. Вот, такие 3 замечательных бака. Один для адалта, один для папи, один для юниорского корма. И Аня будет здесь очень удобно их использовать. Давайте посмотрим, войдет ли туда мне целый, кажется, мешок корма. Полтора мешка. Давай я несу мешок корма и пересыпем, прям посмотрим, как это работает. Так, друзья, сейчас мы попробуем сюда пересыпать. Сколько здесь килограмм корма, Ян? 17? 20, это 20 килограмм корма. Это в маленьких, в джуниорах и в папе 17, по-моему, здесь 20. Беру, поднимаю 20 килограмм, высыпаю туда. Я думаю, что войдет все и еще останется. А ты как думаешь, Ян? Я думаю, нет. Короче, полтора войдет. Ну, я как и сказала, полтора мешка сюда войдет. Ну, отлично, супер, чего. Давайте тогда еще досыпем или как? Или пока? Как это лучше сделать? Не надо пока. Не надо, по одному будем высыпать? Угу. Ну, короче, все, теперь понятно. Яна, добрямс? Да. Классная покупка. 800 рублей мы купили всего, даже 700 с чем-то. На Озоне купили. Так что ищите такие ведра. Мне кажется, сейчас скажу, сколько там килолитров. Потому что они есть 2 вариантов. Давайте посмотрим. Это у нас 70-литровое ведро. Так что получается, что в него входит 1,5 пакета сухого корма. Очень классно. Лучше бы 2 входило. Да, теперь корм будет лежать нормально. Не в пакетах, а в закрытых. Никто туда не залезет. Мыши, они везде есть загодно. Ну, короче говоря, так будет безопаснее. Туда не залезут мухи, не залезут мыши. Никто не проползет. Теперь у нас еще больше... Больше красивых вещей. Больше красивых вещей в нашем питомнике. Не красивых, а полезных. Красивых, полезных.
таких как Яна.